Вот, подошла вот к такой кафешечке. Поснимаю вам немножко улицу вечернюю. Как у нас тут вечером? Прайсик, прайсик, прайсик. Я заказала вот этот чай за 20 рупий. Вот, вот такая маленькая порция. И сейчас пойду попробую. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Ага. Вот, теперь возьму чай. Do I can sit inside? Inside. Вот. Теперь я прокрадусь вот сюда. Так, настроим качество. Вот. Для меня это новое местечко. Я здесь раньше не была. Вот. Это если идти от пляжа, не от парковки, а от самого дальнего входа. Вот такое местечко. Сейчас попью чаю и пойду вам показывать улочку дальше. Жарковатенько. Но для человека, у кого аллергия на холод, мне нормально. То есть я здесь чихать не буду. Стульчики, маленькие стульчики, маленькие столики. В прошлый раз он мне рассказывал, что на самом деле здесь планировался магазин. Видите, вот подставки. Здесь собирались открывать магазин, чем-то торговать. Потом решили этого не делать, потому что считают, что прибыли не получат. И поэтому вот он здесь организовал стол с чаем. Вкусненько, сладенько, но это для любителей сладкого. То есть у него вот, вот этот чай очень сладкий. Но вкусненько. Все, дальше поснимаю. Ну вот, 18 февраля 2021 года. Продолжаю съемку пустого умершего рамболя, в котором все закрыто, ничего не работает. Давайте смотреть. Это вот поворот как раз к тому самому, к Twice and Nature. Вот идете по Main Road, упираетесь вот сюда, налево поворот на пляж, а если прямо, прямо идти в эти кусты, там справа будет платная парковка. Мне там бибикают. Ну это вот опять же отсутствующие туристы, которые едут парковаться на платную парковку. Вот это вот тоже все, кого здесь нету, да? Пойдемте смотреть всех, кого нет в Арамболе. Сколько у нас времени? У нас времени 7 часов. Индийцы ужинают после 7-8 вечера. Вот, вот смотрите, вот закрытые магазины, вот отсутствующие байки, вот индийцы, которых здесь нету. Видите? Вот они, не приехавшие индийские туристы. Вот они отсутствуют. Вот, закрытые магазины. Вот этой толпы, которая, из-за которой не пройти, не проехать, их тоже никого нет. Вот. Welcome. Привет. So-so. So-so, 50-50. А, вот, thank you, thank you. А, вот эти вот винные магазины, которые открылись именно по причине индийского сезона, индийцы бухают, то есть, ну, надо помнить, они бухают, бухают сильно, бухают много. Вот следующий винный магазин, ну, это особенности индийского сезона. В Индии борются с алкоголизмом, как борются во всех советских странах. Там введены такие бешеные накрутки на алкоголь, что большинству индийцев тупо не по карману бухать у себя дома, а богатым по карману, но дорого. Вот видите, вот это вот у нас, видите, вот мотоциклы стоят.
большой толпой. Вот неработающий бутик. Вот пустой джусик. А что там почем? Может быть, там что-то нужное даже мне. Вот видите, вот этих тоже здесь. Так, что почем? Обик. You are beautiful. You are beautiful. You are cute. You are cute. Вот. He is tourist too, or he is local? He is tourist and now he made this home. This is his favorite place to chill and he's camera shy. He don't want. Так, может быть, я здесь тоже что-то хочу. Может быть, я здесь тоже что-то хочу. А может, не хочу. Так, что тут для нищебродов? Ну, для нищебродов тут ничего нет. Такие, как я, покупают чай подешевле. Ну, вот. Масала доса 80, а я ее привыкла по 50 покупать. Yes, I make video to... I have small channel in YouTube. For Russian friend, now this friend sit at home, look for snow and won't look video. Very good. Send the photo of the menu to your friend in the snow. But this is people wait when open border. This is people wait. I understand Russian. Wait border. You make a photo every menu. Yes, every shops, every magazine, every menu, everywhere. Unbelievable, only Russian people. Nobody else, only Russian people for Russia. Yes. Ну, ну, вкусненько здесь у них. Пахнет вкусненько, шаверма. Шаверма. Вот. Ну, это я продолжаю снимать отсутствующих туристов. А, закрытые бутики. Ой. Do I can look inside? Wow. Wow. I'm not customer, I only make video. Oh, sorry. Не разрешил снимать, я от него ушла. Не люблю тех, кто не разрешает снимать. Собачонки. Большая и поменьше. Большая и поменьше. Вот. Закрытые магазинчики. Вот. Ой, там внизу что-то интересное, что-то симпатичное, но я зайду туда в другой раз. Ну, это вот туристы, которых нет. Опять вайн-шоп, но... Вот видите, вот туристы, которых нет. Закрытые магазины. Вот. I'm very cheapest. I want only 100. 100? Yes. I understand. I understand. Так, пошли дальше. Ну, опять отсутствующие туристы. Закрытые магазины. Закрытые магазины. Отсутствующие туристы. Вот они вот на мотоциклах тут ездят. А, закрытые магазины. Никто не работает, все умерли. Ну опять вайн-шоп, с этим ничего не поделаешь.
Я потом подойду. Закрытые магазины, отсутствующие туристы, отсутствующие... Вот мотоциклы здесь просто так стоят, на них никто не ездит. Они просто стоят для красоты. Здесь опять всякая вкусность. Отель. Вот он раньше всегда работал, а теперь не работает. Но на самом деле этот отель не работал никогда. Он нам открылся в локдаун, и у него полно клиентов. Что? Опять же, закрытые магазины, да? Наш умирающий Арамболь с закрытыми магазинами и без туристов. 7 вечера. Вот. 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 Вот этих тоже нету. Они на самом деле сейчас к 8 часам все ломятся искать места, где поесть. То есть у них время на самом деле на пожрать сейчас. Вот. Опять парковочка. Магазинчики. Магазинчики. Ничего не работает. Туристов нет, все закрылись. О, у тату-салона. Видимо, ни одного клиента. Тапочки просто так стоят. Вот этих мужиков тоже нема. И вот этих нема. Вот. Вот. Мотоциклы просто так стоят. Людей нет. Это просто мотоциклы. А, ну, стоп, мотоциклов-то тоже нет. Видите, вот тут вот, выход на пляж. Ничего нету. Голяк. Вот эти столы они просто так поставили. Они абсолютно уверены, что к ним никто не придет. Представляете? 4 месяца. Каждый день они ставят вот эти вот моря столов со свечами, и к ним никто не приходит. Вы вообще, когда это все говорите и пишете, вы о чем думаете? Ребята, я даже в период сезон белых туристов такого не видела. Вы видели столько? Вы вот такой пляж видели? Вот. Yes, hello. Hi. I'm here taking a picture. Ну, это понятно. Это вот айскримы, это признак индийского туризма, потому что они реально... Вон, видите, мужики вот не бухают. Не бухают они здесь. И вот этих нема. Больших и толстеньких. Вон, видите, на бильярде никого нету. Бильярд просто так стоит. Вот. Ну, на этом я заканчиваю. У меня уже опять 11 минут. Поэтому... Я заканчиваю съемку неработающего Арамболя и закрытых магазинов. Всем пока, до связи. 18 февраля. Я в Австралии, у них новое место. Сейчас даже фонарик включу. Так вот лучше будет. Тарелочка, компотик. Атмосферненько. По сравнению с прошлым местом, где они работали, я там была перед закрытием, это, конечно, небо и земля. Здесь прям. Ничего буду рассказывать, просто покажу. Рис.
подливка. Здесь все веганское. Макрошки. Картошка. Овощи. Ой, свекла моя любимая. Господи, как же ж я ее люблю. Вот. Котлетки. Ладушки, салатики. Салатики, салатики. Тандури. Тандури. Ну, в общем, очень атмосферно. Очень атмосферно. И прям такие. Прям такие, прям такие. Вот. К стоимости тарелочки еще приплюсовывается стакан. Стакан выглядит вот так. То есть покупаешь тарелку либо за 100, либо 150, либо 200. К ней прилагается стакан. Вот отсюда наливаются напитки. Там еда. Киса. 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 Но на самом деле в этом месте мне реально нравится. Прямо, прямо очень атмосферненько. Прямо очень атмосферненько. Вау, вау. Вот. Вот. Вот эта дорожка на выход. Вот. Вот собакин. Это ты у нас Козявкин. Ну, с дизайном у них лучше, чем где бы то ни было. То есть тоже все в бамбу стиле, но пожадничала, хапнула много. Но вот менталитет такой, что если ты платишь за тарелку и можешь туда сколько угодно положить, ты положишь не столько, сколько съешь, а столько, сколько умудришься положить. Так что теперь буду сидеть и кушать. О. Вау. Вау. Мне тут реально все нравится. Деревце, 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 деревце. Работают с 12 до 11. Или до 10. До 11, по-моему. Здесь надо музыку везде выключать. Ну, в общем, приятного мне аппетита!